Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Кассандра. Кассандра – одна из дочерей троянского царя Приама и, по словам Гомера, самая красивая. Легенда говорит о том, что пророческим даром ее наградил Аполлон. Но из-за того, что она отказала ему в любви, лучезарный бог сделал так, что предсказаниям Кассандры никто не верил. Вергилий, следуя этой легенде, в Энеиде повествует о том, что Кассандра тщетно пыталась предупредить троянцев об опасности, которая таится в деревянном коне, оставленном у стен города ахейцами. После падения Трои Кассандру взял свой дом Агамемнон. Вместе с ним она погибла в Микенах от руки Клитемнестры и Эгисфа. Выражение пророчества Кассандры стало иносказательным. Миф о Кассандре запечатлен в трагедии Схила Агамемнон и в троянках Еврипида. Она также известна как Александра. Этим именем названа поэма о ее пророчестве, которую обычно приписывают александрийскому поэту Ликафрону, 3 век до н.э. Не отражена в поздней трактовках мифа. Царь Приам приказывает запереть безумную дочь и представить ней стражи, которому вверялась в обязанность записывать пророчество Кассандры из Википедии. По более позднему и распространенному варианту мифа, однажды в детстве, будучи во время празднества забытой взрослыми, Кассандра вместе со своим братом-близнецом Геленом заснула в храме Аполлона Фимбрейского на Троянской равнине. И там священные змеи вырезали ей уши так чисто, что она смогла слышать будущее. Когда ахейцы захватили Трою, она искала убежище в храме Афины у деревянной статуи богини. Лакриец и Ант, Аякс Малый, оттащил Кассандру от нее и изнасиловал. Глаза статуи обратились к небу, не желая смотреть на этот позор. Афина разгневалась и впоследствии отомстила грекам. Аякс был убит по пути домой. Гомер называл Кассандру прекраснейшей и сравнил ее с золотой Афродитой. У Ивика также говорится о ее красоте, и она названа синеокой девой в пышных кудрях. О золоте кос говорит Еврипид. Согласно Лукиану, Полигнот в Дельфах изобразил Кассандру с замечательными бровями и румянцем на щеках. Ну, так вкратце о Кассандре, одной из дочерей троянского царя Приама, которая обладала пророческим даром. Пока-пока, до свидания.